На территории Ярославля и области проводятся специальные мероприятия ГИБДД, направленные на предупреждение и выявление административных правонарушений, в том числе связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные и затемненные стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За прошедшие сутки на территории области сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителей составлено 65 административных протоколов за подобные правонарушения.